21 мая Северодвинск присоединится к международной акции «Ночь музеев». Впервые горожане смогут отправиться в познавательный тур по старому городу. В Северодвинске по традиции «Ночь музеев» проходит вечером с 17 до 22 часов. Еще до начала программы на улице перед Краеведческим музеем активисты молодежного центра организуют несколько детских игровых площадок. Сама же «Ночь в музее» знаменуется различными мастер-классами. В музыкальной гостиной зазвучит живая музыка. Новшество этого года – пешеходные маршруты по городу с экскурсоводом. Все, кто пожелает понять, что из себя представляют эти пешеходные маршруты, в «Ночь музеев» в 17.30, 18.30, в 19.30 от музея, значит, будут отходить вот эти группы, которые будут проходить пешеходные маршруты и знакомиться со старым городом. Кроме того, специально для акции музейные работники представят редкие экспонаты из музейного фонда. Ранее они не выставлялись на широкое обозрение. Все экспонаты отреставрировали. Выставка будет работать всего несколько дней.